внимание самолюбующего, и сейчас прочту обращение к вам, выполняющему обовязки городского головы. Уважаемый господин Николаенко, намерен заявить вам о недопустимости высказываний и действий, которые вы себе позволяете, провоцируя жителей Херсона к массовым волнениям. В текущем моменте реальные угрозы военных действий между Украиной и Россией считаем невозможным допускать провокационное высказывание. Для представителей средств массовой информации, которые вы голословно обвинили бывших и нынешних депутатов от партии «Россия», якобы готовящихся к заговоре против херсонцев. Настаиваем на том, что ваши высказывания вслух подозрения необоснованы и требуют такого же публичного объяснения. Мы всегда выступали за единство государства Украина. Откровенно заявляю, мы не имеем никакого отношения к разжиганию конфликтов на почве национальных государств Украины. Более того, вынуждены предупредить вас о том, что подобные объявления могут повлечь за собой серьезные последствия, и самое безобидное из которых – парализация работы депутатского корпуса. Учитывая все изложенное, требуем от вас публичных объяснений относительно озвученных вами заявлений с фактами и подтверждениями обращений в правоохранительные органы, в службу безопасности Украины, а также неопровержимых доказательств реальности разговоров, повлекшего за собой ваши публичные объявления в адрес депутатов. В отсутствии таких подтверждений мы настаиваем на публичном извинении перед жителями Херсона.